Привет, меня зовут Антон Данченко, и ты смотришь «Вятка Тудей». Всем давно уже известно, что наш любимый город Киров – это высокотехнологичный город. И прямо сейчас мы находимся на таком объекте под названием «Тротуар для саморазвития». И нет, это не он. Это новая дорога, тротуар, вот он. Вы даже не представляете, насколько счастливы и рады местные жители, которым каждый день приходится сталкиваться с этим тротуаром и поднимать свой интеллектуальный уровень. Я там не хожу никогда, я по асфальту хожу. А там же тоже асфальт? Да какой там асфальт, там ничего нет. На это денег дали, миллионы. Сделают? Да, может, а может нет. Это для саморазвития тротуар? На нем можно, значит, физические навыки потренировать? Точки нарисовать и в домино? Будем играть тогда. По обе стороны. Получается, что, рыба? Да, рыба. Мозаику поскладывать. Это для вас, может быть, да, мозаика хорошая штука. Теперь не обязательно ходить в спортзал. И неважно, сколько тебе, 16 или 85, тренируйся. Будь сильным, выбирай путь ниндзя. Эти черномазы, это весь что наделали, весь асфальт раскидали по этому, по двору. Это в мазуте, в смысле, который? Да, да. Сколько асфальту осталось, они все тут развалили, деньги взяли и укатили. Все ругаются. Ходи-ка вот по этому, по щебенке-то. Сегодня я точно убедился, что город Киров идет в ногу со временем. И поскольку всем известно о том, что в нашем мире все циклично, не удивляйтесь, если в ближайшее время на улице появятся люди в повозке с кучером. Ну а на подобных тротуарах я советую вам соблюдать технику безопасности. Антон Данченко, Константин Кузнецов, специально для «Вятка Тудей». Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рябаконь, это «Вятка Тудей». Завтрашний день у каждого из нас уже расписан. Кто-то пойдет на работу, кто-то пойдет на учебу. Лично я буду валяться до 12 дня под теплым одеялком. Ну а если завтра наступит конец света, что мы будем делать сегодня? Именно этот вопрос мы и зададим жителям нашего города. Вот как шагала, так и буду шагать. Я свободен. Пить. Что пить? Все. Все подряд? Да. Ну, вряд ли что-то такое отрицательное, наверное, что-то такое положительное. Прыгнули бы с парашютом? Ну, может быть. Я вообще-то не умею кататься на велосипеде, но хотя бы на этом научиться. Надо же что-то прям, чтобы умной показаться. Да, мультики мне запрещали в детстве смотреть. Кота Леопольда или этого? Том и Джерри. О! Дети запрещали наслаждаться жизнью. Моментами. Моментами. Я в моменте. И пролетят, который день я не заметил. Я люблю танцевать, поэтому в последнее время, наверное, это и буду делать. Станцуем? Конечно. Если завтра наступит конец света, мы ничего не будем делать. Перелететь на другую планету? Нет. Почему бы и нет? Ну, потому что нет. SpaceX уже ведь запустил людей в космос. Ну, правильно, ждут они своего часа там на низком старте. Что, спать? Смена все равно, никто не отменял. Такой счастливый последний день, получается, будет. Как всегда. Мне не может кажется, что я. А вдруг? Почему? Это Ленин жив. Ленин Божий. Сегодня напиваться до упада, идти куда-нибудь в баню, забыться и упасть. Вот так. А куда упасть? В бездну. Туда-то мы не попадем. Ой, я-то. Я попаду туда, к чертям на сковородке, откуда я соскочил недавно. А я куда попаду? Вы туда. Туда? Да. А мы вроде в одной сковородке с вами были? Нет. Ну что ж, друзья, как оказалось, жители нашего города совсем не боятся конца света. Но если он все-таки наступит, лично я просто включу Меладзе, возьму вкусную шаурму и буду наслаждаться жизнью.